Министерство торговли и услуг активно занимается привлечением инвесторов непосредственно в своих направлениях. И здесь нам очень помогают сотрудники корпорации развития, потому что у наших инвесторов часто возникают вопросы по составлению того объема документов, которые необходимы для подтверждения инвестиционного проекта и принятия его в качестве приоритетного инвестиционного проекта, утверждения на инвесткасах главы. Поэтому мы активно работаем с сотрудниками корпорации, они нам помогают упаковывать. И спасибо им огромное за ту помощь, которая нам помогает выполнять в нашем проекте «Придорожный сервис». Здесь мы идем рука об руку и совместно привлекаем инвесторов для реализации подобного рода проектов.